Результаты работы по строительству мостового перехода через Тагильский пруд в уходящем году глава Нижнего Тагила и депутаты городской думы оценили непосредственно на объекте. Основное сооружение готово. Два берега водоема соединены железобетонными конструкциями. Надвижка закончилась, пролет 1-2 собран. Сейчас идет процесс опускания пролетных строений. Грубо говоря, 2 дня еще к Новому году вся работа будет закончена. Нынешний год у нас очень удачный. Мы не просто выполнили план, мы его значительно перевыполнили. Также возведены путепроводы через Свердловское шоссе и железную дорогу. Выполнены дорожные подходы. Большая их часть заасфальтирована нижним слоем. Закончены перенос и прокладка электрических сетей. Сделаны ливневая канализация и очистные сооружения. Впечатление самое грандиозное, потому что реализовалась наконец-то мечта, практически на стадии реализации, окончания, мечта многих-многих поколений тагильчан. Мы периодически здесь появляемся, видим, как работают люди. Это здорово, и то, что это будет шикарный просто подарок к юбилею нашего города. Согласно контракту, генеральный подрядчик «Альмакор Групп» должен ввести в эксплуатацию мост и сопутствующую инфраструктуру в ноябре 2022 года. Предстоит асфальтирование проезжей части, организация освещения, благоустройство, включающее тротуары и велодорожки. У нас с подрядчиком понимание есть полное, то есть мы со своей стороны идем на встречу по ряду вопросов. Проект двигается дальше, следующий год будет очень серьезным, очень сложным. Необходимо доделать достаточно большое количество работ, освоить значительную сумму денег. Но самое главное все-таки завершить досрочно строительство моста. Все-таки не в ноябре, а к юбилейному дню города, к 14 августа. Общий объем расходов составит около 4,5 миллиардов рублей. В текущем году освоено на 600 миллионов больше, чем запланировано. Несмотря на сложности, связанные в том числе с ростом цен на строительные материалы, проблем с финансированием не возникает.